Всем привет! Вы на канале Тома Арома Хэндс. С вами я, Тамара. Сегодня мы будем делать мыло с картинками. Для мыла с картинками нам понадобятся формочки с плоским дном. Это может быть квадратная, вот у меня в виде сердечка, может быть круглая, овальная, прямоугольная, любая, но только чтобы дно было обязательно гладким. Для начала нам нужно расплавить прозрачную основу. На одну формочку, в которой будет приблизительно 100 грамм мыла, мы будем использовать где-то приблизительно 20, а может быть и меньше грамм прозрачной основы, которую нам нужно залить на самое дно. Нам нужно, чтобы наша основа была идеально прозрачная, поэтому в нее лучше не добавлять ни масел, ни отдушек, потому что это может ее мутнить. Сбрызгиваем спирта и заливаем на дно. Так, чтобы покрыло дно. Много не нужно. Буквально по грамм 10-15. Сбрызгиваем спиртом, чтобы не было у нас никаких пузырьков, и ждем, пока остынет. Пока наша основа остывает, берем и вырезаем картинки. Картинки у нас на специальной водорастворимой бумаге. Вот она очень-очень тонкая. Для лучшего сцепления шара одного и второго я немножечко процарапываю. Но так как это прозрачная основа, мне нужно какие-нибудь интересные рисуночки сделать. Или маленькие сердечки, вот которые будут у меня вокруг нашей картинки. Вот поэтому я примеряю и немножечко процарапываю. Вот так вот я несколько таких сердечков вроде как нарисую. Можно кружочки, что угодно, можно вообще ничего. Просто взливать следующую основу к этой теплой еще. То же самое делаем с нашей второй формочкой. Вокруг немножечко что-нибудь там, какие-то цветочки процарапываем. И все. Далее взбрызгиваем нашу формочку и берем картинку и также ее хорошенько сбрызгиваем спиртом. Спирт берем этиловый. И ложим формочку. Теперь нужно очень хорошенько вот таким образом разгладить нашу картинку, чтобы она хорошенько-хорошенько прилипла к нашей формочке, чтобы у нас следующий слой не подтек под картинку. Вот прям немножечко вроде как вдавливая, вот так хорошо разгладить. Чтобы под картинкой между нашим прозрачным слоем
и картинкой не было никаких пупырышек. И чтобы спирта тоже под ним не было, мы его вот так как бы выгоняем оттуда, разглаживаем от центра в разные стороны. Хорошенько прижимаю. Вот мы это делаем практически до того момента, чтобы спирт как бы даже немножко подсыхать начал, и его не было под картинкой. Вот, фактически уже картинка сверху не мокрая. Теперь берем нашу расплавленную белую основу, сбрызгиваем, еще раз сбрызгиваем формочку и заливаем сюда белый слой. Льем по центру картинки. Ну вот, где-то так я рассчитала. Еще немножко. Потрясем немножко, чтобы красиво разошлось. Сбрызнули и ждем, пока остынет. Также взбрызгиваем картинку. Внутри взбрызгиваем и приклеиваем сюда вовнутрь сердечко. Также держим по центру одним пальцем, вторым разглаживаем внутри. Также выгоняем, чтобы ничего у нас между прозрачным слоем картинки и картинкой ничего не было, никаких пузырьков, пупырышек. Разглаживаем, немножечко как бы придавливаем, чтобы хорошенько оно сцепилось и присохло. Делаем. Когда мы чувствуем, что картинка начинает подсыхать и уже очень хорошо прилипла, брызгиваем и заливаем по центру. Делаем следующий слой. Расплавили прозрачную основу, или можете белую и делать такой цвет, какой вам нравится. Далее добавим сюда краситель. Желательно пигментный, чтобы не мигрировали цвета. И добавим сюда запах. Малиновый. Остывшую основу процарапываем для лучшего сцепления. Сбрызгиваем. Заливаем. Вот, чуть-чуточку уже успела даже чуть прихватиться в стаканчике, не страшно, пока еще не остыла, мы можем забрать пленочку. Все. Это мыло остывает. Следующая формочка также процарапываем. Сбрызгиваем и заливаем.
и заливаем. Я сделала розового цвета. Можно по желанию добавить глиттер в блесточки или перламутр. У меня вот, например, краситель уже идет с перламутром. Ждем, пока остывает. Мыло готово, можно выкладывать из формочек. Вот такое прекрасное, красивое. Кстати, этот краситель у меня пигментный, еще и флюоресцентный. То есть при ультрафиолете будет светиться красиво. Вот такое сердечко. И второе. Картинки вы можете брать на свое усмотрение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих следующих видео. Ну и пока-пока, до новых встреч!